Особенность в том, что никого не интересовала эта тема. Не то, что только война не интересовала публики, потому что, конечно, на фоне войны это не менее интересно. Для этого время суда не было бы на администрации президента, потому что, конечно, война. Война все спишет. Тихо, ребята. И не мешало никому, и ничего.
Война есть произведение деспотизма. Не будь деспотизма, не могло бы быть войны. Могли бы быть драки, но не война. Деспотизм производит войну, и война поддерживает деспотизм. Те, которые хотят бороться с войной, должны бороться только с деспотизмом.